Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. Немногие садоводы знают про максимально эффективную подкормку для огурцов, помидоров, сладкого перца, кабачков, баклажанов и даже капусты с морковью и свеклой во второй половине июля и августе. Речь идет о препарате Байкал-М1. Почему-то, несмотря на доказанную эффективность данного натурального удобрения, садоводы продолжают игнорировать эту подкормку, а зря. Ничего лучшего во второй половине лета вы не сможете дать вашим растениям, и сейчас я расскажу почему. Биопрепарат укрепляет иммунитет растений и улучшает микрофлору земли, а это очень важно, особенно во второй половине лета, когда активизируются разные патогенные грибки в земле. Научно доказано, что Байкал-М1 увеличивает урожайность основных садовых культур на 30%, и это без внесения минеральных подкормок. Лично я считаю, что это просто отличный результат. Также Байкал-М1 улучшает и поддерживает плодородие любых почв, обеспечивает накопление питательных веществ в почве, увеличивает количество завязей и стимулирует развитие корневой системы. Удобрение представляет собой раствор светло-коричневого оттенка, однородной структуры. Имеет запах, напоминающий запах брожения. Во второй половине лета я поливаю им все основные овощи на огороде. Эффект есть, и вы тоже можете в этом убедиться. Я развожу один стакан удобрения в 200-литровой бочке с водой и поливаю все растения прямо по ботве. Первый такой полив в июле и второй в августе с интервалом 10 дней. Очень просто, удобно и быстро. Если нужно развести Байкал в ведре воды, то вам понадобится всего 1 столовая ложка препарата. Также очень хорошо полить Байкалом клубничные посадки и даже кусты или молодые деревца. Такой прием повысит зимостойкость растений в несколько раз. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!